посидите, можно покачаться, повращаться, повытягивайте свое тело, голову вверх. Подумайте о чем-то божественном, духовном, можете покаяться. Старайтесь спину натянуть ровненько, чтобы было ровно, струну, спина, чтобы прям выгнуться, грудную клетку выгнуть вперед, проживите вот ровность спины, ровность проживите, натяните, плечики опустите, вытягивайте вот сидя спину, насколько можете. Старайтесь грудь колесом выгнуть. Руки поднимаем вверх, тоже подтягиваем все туловище вверх, тянемся, с силой тянемся, к Богу тянемся. Хорошо, расслабляемся. Второй раз опять. Тянемся. Хорошо, расслабляемся. Третий раз. Тянемся. Завершаем. При завершении поблагодарим себя, благодарим всех, благодарим Сайбабу, благодарим всех святых, Бога за все, что нам дает. Благодарность родителям, благодарность Богу, святым, Сайбабе, всему существованию. Просто благодарим за все, что нам дает, за то, что мы живы, что мы дышим. Поблагодарим друзей наших, родителей, врагов наших. Всех благодарим за уроки. Напоследок, всем, кто пришел на зарядку, я говорю сайрам, вы по потребности внутренней всем благодарен сайрам. Сайрам.